Попытка найти коронавируса по результатам удачна. В смысле? А перед началом ролика, друг, проверь, подписан ли ты на канал, включен ли у тебя колокольчик на все уведомления, потому что очень большое количество людей смотрит меня, к сожалению, без подписки. Давайте же исправим это и поможем продвинуть наш канал. Также, друзья, не забывайте, что у нас есть своя группа ВКонтакте, в которой вы можете найти всю полезную вам информацию. И да, на Твиче у меня тоже есть канал, и все желающие могут на него подписаться, потому что там периодически тоже бывают стримы. После этих действий хочу сказать тебе огромное спасибо и пожелать приятного просмотра. Так, шавермочку сразу приобретем. Отлично. Так, мы не голодны больше. Но, блядь, это состояние меня уже заколебало. Можно позвонить? Контакты, смс. Сейчас будем проверять, как работают медики, друзья. Набираем 03. Пишем. Болен. Падаю. Падаю с ног. Валюсь. Так, снах. Снах. Так, снова валюсь. Вот. Так, все. Отправить. Отправить. Ожидайте на месте. Да я ожидаю. Я выше поднимусь, чтобы меня было видно. Засекаем, друзья, время. За сколько приедет скорая. И приедет ли она вообще спасать меня. Ибо я заколебался, я вчера весь вечер играл, я не мог. Я пришел в больницу, вы скажете, а ты почему в больнице, да, не вылечился? Я пришел в больницу, и что, там ни одного медика нет, ни одного медика. Прождал там полчаса и просто ушел оттуда. Да, можно, конечно, пойти в аптеку, что-нибудь прикупить, но у меня денег в обрез. Скорая, мне плохо. Давайте ждем скорую. Приедет ли скорая? A few moments later. Если больница не едет к нам, мы едем в больницу. Так, прокладываем маршрут ближайший. Где? Так, друзья, пока я вот сюда вот заглянул, убедительная просьба. Те, кто только начали играть или собираются играть на сервере Восточный, пожалуйста, зайдите в рефералы. Введите вот этот вот мой промокод. Введите его вот сюда. Берете, вставляете и активируйте. И вы получите много плюшек. Вы поможете себе, также поможете и мне. Вы сразу разбогатеете вдвойне, ребят, потому что много-много бонусов. Успей активировать. Помоги стримеру. Так, мы едем в больницу. Мы едем в больницу и нам надо найти ближайшую больницу. Аптека, метон. Аптека, больница. Сука, забыл. Ах, осуждаю. Осуждаю. Чувак, не подскажешь, где больница? Слушай, пойди ты нахуй. Врача! Врача! Помираю! Доктор, сестра, врач! Проходите курс лечения, больше не болейте. Товарищ, кто непонятно. Слушаю вас. Ой, мне плохо, сердце товарищ. Прихватило, все, помираю. Еле-еле доехал до вас. Понимаем. Есть медкнижка, могу дать. Доктор. Можете быть свободны. От болезни меня не вылечил. Ну, можно еще мало купа. Я вас вылечил, помогали приходить через 40 минут, а повторный осмотр. Да в смысле? Нет, ты меня не вылечил. У вас курс. Ну, пожалуйста, доктор, можете мне быстрее? Привет. Я болею инфомоткой. Придавите медкнижку. Бля, что за бред?
У меня 54 здоровья. У меня все равно эта хуйня горит. Доктор, плохо! Я же говорю, ты меня не вылечил, упал! Блять. Можете быть свободны. Док, я не знаю, как ты меня лечил, но я падаю, теряю сознание. Упс, парень. Гриша. По-эльфийски говоря, у меня черепок как был, так и остался. Что, никого нет? Я могу... Могу провести осмотр. Палач, кто-то есть? Давайте проведем осмотр. Сделайте что-нибудь, хоть под капельницу меня положи. Попытка найти коронавируса по результатам удачи. В смысле? Здравствуй, но подвижу. Я болен, пацаны, я болен, короче. Пизда. Ложите меня, ложите. Изолируйте весь город, блядь. Я со всеми контактировал. Просто со всеми. Все, бля. Просто падаю. Просто упал, видел? Видел? Ты видел, я упал? Помогите. Ну, чувак там застрял, что ли? Помогите. Помогите. Даня. Блин, помогите, я застрял. Так, надо перезайти. Зайбись. Это я перезашел, все равно я болею. Ну, полшасика все равно. Все равно я болею. Это кто там говорил? Кто говорил? Я да, у нас мероприятие было. Администратор принял вашу заявку. Космос, да, проблема. Так, Михаил Смертный работает по моей заявке. Мне плохо, я, блядь, падаю, блядь. Огнестрельное ранение. Огнестрельное ранение. Запрещено без разрешения вставать в строй, а также вставать в начало строя. Хорошо. Подожди, чё мне там написал этот самый? Кто мне написал администратор? Ребят, я сейчас видос остановлю, посмотрю и заново сделаю. Извините меня за выражение, но я в рот ебал эту больницу и эту всю медицину. Нет, возможно, я не прав. Возможно, медики тут ни при чем, а скорее всего так оно и есть. Во всем виноваты администрация и сами, кто создали игру Next RP. Хотя они не создали, тупо моды наложили и так далее, блять, карту. Вот, мне до сих пор плохо, меня подташнивает, я болен, меня невозможно вылечить, я скоро умру, походу, просто. Как такое возможно? Нет, я еще совсем молодой. Я не видал больших залуп. Я еще тёлку даже... А, не, Ксюху я ебал. Один секс только был у меня в этой жизни. Бля, пацаны. Пишите свои комментарии насчет этого. Я не понимаю, что мне делать. Просто на форум пойти написать. Ой, извините, я заболел в вашей игре. У меня из-за этого страдает контент. Мне так писать им на форуме. То, что я не могу нормально видео записывать, потому что я не могу бегать. Я умираю постепенно. Что? Я тачку из-за этого повредил, блядь. Почему я должен это терпеть? Блядь, вот всегда такая хуйня в какой-нибудь парашливой игре. GTA 5 RP, Next RP, встречается подобная хуйня. Вот просто, вы видели, да, что написал администратор? Он написал, ну, он в мыслях подумал. Да я не хочу этой хуйней заниматься. Напиши на форум. А на форуме через 3 дня тебе ответят. 3 дня, блядь, подожди, блядь, мы ответим. Заебись. А как мне играть это все время? Я не понимаю. Так что вот такая вот серия у нас по хуевой медицине. Всем спасибо за просмотр. Поддержите меня лайком, пишите свое мнение об этом в комментарии. Вот, используйте мою реферальную ссылочку. Я оставлю ее в описании. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. Пока-пока.